строил воздушный замок, дотянуться смог до небес, до самых. Жизнь его похожая на программу «День как миг». Но потом откладывал вечно чувства в сердце и в душе, его было пусто. Было одиноко порой и грустно, но привык. Встречи, договоры и переписки, вечный взгляд на стрелки часов. Было все, но не было в этом списке девочки по имени Любовь. Она всегда была близко, близко, но среди минут и часов. Было все, но не было в этом списке девочки по имени Любовь. Всегда была рядом, рядом. Каждый день его взгляд ловила взглядом и была готова на все, что надо для него. Но была она для него лишь кто-то, кадр в суматохе его работы. Люди с понедельника до субботы, как в кино. Он ее мужчина, красивый мальчик и герой сказочных снов. Но опять сидит у окна и плачет девочка по имени Любовь. Он живет у стрелок часов во власти и в плену победы и звонков. А рядом одинокое ходит счастье девочка по имени Любовь. Но однажды утром в безумном ритме двое оказались в служебном лифте. Музыку на миг вы остановите. Стоп! Дела! Нежные глаза и такие губы. Как же вас зовут? Ну ответьте, Люба. Так переплетаются наши судьбы иногда. Так порой живем и не видим чуда. С расстояния пары шагов. Обернитесь, люди, вас ждет повсюду девочка по имени Любовь. Ищем счастье мы за семью морями и среди романов и слов. Обернитесь, люди, ведь рядом с вами девочка по имени.